Новый терминал Новоуренгойского аэропорта готов на 50%. Напомню, его строительство началось год назад. За это время рабочие возвели каркас здания, уложили кровлю и приступили к остеклению. Ведутся работы и внутри терминала. Можно смело сказать, что экватор стройки пройден и все идет четко по графику. Сейчас ведется прокладка коммуникации, теплосети, водопровода и линии электропитания, а также внутренних инженерных сетей. Также строители уже приступили к возведению внутренних стен терминала, лестничных пролетов и лифтов. Над возведением нового хаба трудятся около 400 рабочих. Уже в конце следующего года новоуренгойцы смогут оценить усовершенствованный аэропорт, в котором, кстати, появятся и долгожданные телетрапы.